Активисты Народного фронта инспектируют опасные участки дорог возле образовательных учреждений. На проблемные пешеходные переходы они обратят внимание местных властей. Растет число участников нового проекта «Мира Белогорья. Знай наших». QR-код присвоен зданию регионального управления культуры. Считав его, любой прохожий получает доступ к видеоматериалам первой областной телерадиокомпании. Уникальное авто из разных уголков страны. В Белгороде прошел автомобильный фестиваль, собравший на одной площадке больше сотни тюнингованных машин. От советских «Жигулей» до последних моделей иномарок.